Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог, где я нахожусь на даче. Конечно, все мокро здесь. Сейчас мы с мужем прибираемся и будем шашлыки делать, грилить. Хочу вас поздравить всех с Пасхой. Про Остен, муж дрова рубит, а мне сделал кофе, сейчас вам покажу. У нас тут полная дача. Говорит, иди посиди, отдохни. Вот сейчас попью кофе, да. Тут подмету, продую. Покажу вам, какая сырость у нас, эти дожди. Я вам говорю, все стоит, с этих дождей ничего не можем сделать. Посмотрите, что тут на вас смотрит. Плиты. И это такая штука, потом расскажу. Классная. Вот она. Сейчас все сделаем. Дети приедут. На улице классно, тепло, пасмурно, но тепло, температура вообще очень хорошая. Так, процесс пошел. Ну, потихоньку собираемся уже. Это картофель салат, очень вкусный. Это с граната салат, тоже очень вкусный. Ну, сейчас шашлыки будут готовы. Потом ребра и просто шницели. Ну, все. Все порасходились. Наконец-то только прибрались с мужем. Дети уехали, все перемыли, салаты забрали, все позабирали. И мясо, то, что было, остатки, все позабирали. На ночь здесь пока не оставляем. Хотя завтра все равно здесь будем. Вот, и хочу показать, да, уже говорила про наш проект, что мы будем делать, как мы будем комбинировать. Покажу, какую краску я использую, потому что надо красить. Хольц, дерево, да? Ну, пойдемте сначала я вам пройдемся с вами. Вот я на велике, дети все на машинах, зато я на велике. Знаете, надо немножко от этой машины, а то на работе везде на машине ездишь. Я говорю, как только... У нас тут вообще, если на велике ехать, 10 минут, если на машине 3 минуты. Если вот так вот прямо идете... Поворачиваете вот туда налево и туда прямо, там уже мы живем. Ну, недалеко здесь. Вот, так что я стараюсь, где, ну, немножко, знаете, как в форме себя держать. Хотя здесь и так у меня фитнес. И на велике, не машину. Постоянно на машине, так, я говорю, тоже не пойдет. Так, все прибралось. Хотя здесь шуметь ничего нельзя. Но, думаю, немножко приберусь, да, сделаю порядок. Здесь у нас постоянно листочки летят. Вот тут вот. И сделала порядочек. Так, травка наша отросла. Мы ее не стригли. Не только что, не потому, что были дожди, а потому, что вы видели, да, я ее сеяла. Травку, семена новые делала туда. И, ну, как сеяла. И делала туда специальный такой вот навоз, да, сухой такой, как в гранулах, вы видели. И поэтому дождь хорошенько пролил, у нас и так целую неделю дожди. Ну, перестанут, конечно, идут, перестанут, идут. И уже все, уже надо постригать травку. Уже все, она немножко выросла, где хорошенько прям выросла, проросла. Так, ну вот, показываю. И то, девчата, мы приехали сюда, у нас еще тут все мокрое, земля мокрая, прям вот все мокрое было, все. Это смородина черная. Мы ее в прошлом году сильно коротко обстригли. Вот она пошла у нас, слава богу. Здесь тоже сейчас одну выкорчили. Вот она. Там вообще классно. Там он крайняя, самая, это красная смородина. Вот это вот черная, вот это крыжовник. Вообще хорошо пошел, вообще классный прям. А вот это красная смородина. Тоже прям пушистая такая. Ну, тут еще идут, мы ее тоже в прошлом году пообстригали, ее прям сильно обстригли.
Так, травка меня вообще радует. Вообще хорошо прям. Она, знаете, она аж блестит. Ну, конечно, кое-где там черти что растет, повыходило тоже. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая травка. Смотрите, какая хорошая прям. Вот, уже можно постригать. Все. Я ее удобрила и посеяла, где не было. И все. Теперь только вот постригать. И дождик хорошенько пролил. Вот, помните, я показывала, где мы траву садили? Наверное, не видно. Тень тут моя. Вот она. Смотрите, как она хорошо проросла. Когда я? На той неделе, да, по-моему? По-моему, то воскресенье было. О, да? Наверное, где-то так. Или чуть-чуть даже побольше. Надо посмотреть видео, сколько я садила. Ну, неделя есть. Посмотрите, как она взошла. Вообще, ну, травка у меня вообще пошла. Теперь вот только постригем. Ну, завтра еще нельзя. Завтра у нас понедельник. Завтра еще Пасха. Шуметь тоже нельзя, стучать нельзя, стричь нельзя, ничего нельзя делать. Смотрите. Ой, солнышко вышло, сегодня погода прям вообще. Я говорю, такой унтершит, вчера, говорю, так холодно. Вообще невозможно было. А сейчас вот тепло так на улице. Лук зашел, чеснок зашел. Редиска там тоже вон взошла. Я сеяла поздно. Думаю, еще все впереди. Потому что мы, когда редиску съедаем, потом я опять сею. Она, как только солнышко, чуть тепло, она вылезет, и не надо заранее ее сеять. Потому что я уже знаю, она постоянно. Также огурец. И берете вот эту семечку, например, у меня желтые, да, уже огурцы, все уже. Я сразу же возле желтой, думаю, еще 2 недели, мы покушаем, и все возле желтой сразу. Втыкаю вот это семечко, вот это, она уже все. Недельку, и она уже все, там уже маленький, уже стручок. Ну, как растет уже. Так, видите, у нас эти зеленые появились. Вот, хотим с мужем скомбинировать. Или здесь сделать, или здесь. Потому что я вам рассказывала, видите, там у нас какая это плиты высоко, а здесь низко. Потому что мы хотим все менять. Вот, вот эти вот плиты, вот они, вот, они пойдут сюда. Взяли мы вот такие, вот, тут будем равнять, тут все будем убирать. А вот эти вот штуки, вот, которые здесь, да, вот они, покажу вам. Вот они какие. Это специальные, да, они хорошие, они вообще дорогие, вот они какие. Это классная вещь, такие вот, знаете, это тепих тут, ну как, он сильно тоненький, тоже хорошо, но если, например, вот, так, вот такие вот плиты, да, он все равно вот как продавливается. Ну посмотрим. И хотим, наверное, здесь вот это посадить, потому что, чтобы можно было ходить босиком. Вот, поэтому мы стелим тоже вот такой вот тепих, чтобы босиком ходить. Ну вот такую вот вещь хотим скомбинировать, посмотрим, как будем. Хотим здесь вот так вот постелить. И наверх вот этот вот тепиш специальный, да. Плиты туда и дорожку вот сюда вот зеленой. Ну вот посмотрим, как будет. Хотим так пока, по крайней мере, чтобы было немножко как модерно и красиво. Тут у меня полотенце, все висит, если что. Я убиралась, как всегда. Все тихо, аккуратно, спокойно, потому что тут уже у нас полные дачи, все проходят, все гуляют, прогуливаются, и как бы все заглядывают, да, и как, ну, не стучат, как, люди гуляют все-таки, убираться тут, подметать, я бы уже сейчас тут все перемела, честно сказать, и все поубирала. И дом бы опять помыла, люблю его вообще мыть. Так, тут я уже вам рассказывала, да, что мы будем делать. Это будет убираться, здесь у нас будет кран, там будет бочка подсоединена. Вот, посмотрите, спрашивал мне кто-то за забор. Вот он уже у нас весь оброс, посмотрите. В прошлом видео вообще не было листиков, были, ну, сильно маленькие. За неделю, посмотрите, что... Тох, это я была в субботу, по-моему, или в пятницу, я сняла, по-моему, про дачу последнее видео. Посмотрите, как забор пророс сильно, смотрите. Вот.
Вот. Тут тоже я мыла плиты эти, поубирала тоже. Это ведро тоже уйдет у нас отсюда. Так что вот так вот все чистенько будет. Вот эту, наверное, мы тоже будем убирать. А на той неделе посмотрю. Наверное, буду уже вот этим вот специальным краской красить. Я вам покажу, какой я крашу краской. Вот это вот все сверху надо красить, потом надо с той стороны прокрасить. И ну, вот этот вот, потому что все равно от солнца оно уже и цвет потеряло, и оно как шершавое. Ну, портится. Дерево, оно есть дерево. Ой, я представляю, какая здесь красота будет. Посмотрите. А это мы вот на пробу положили вот эти вот зеленые. Он такой вот темный, знаете. Смотрите. На пробу вот так вот положили. Что как. У нас вот видите, какие они. Почему мы тут занялись этими плитками. Тут был такой вот бордюр. Спотыкались. Трава, ну тут черти что было, да, и посмотрите, как вот так вот плитка, вот кто так делает, и сразу вот этот вот бетон, тоже ходишь, нет-нет, спотыкаешься, поэтому я говорю, нам тут надо полностью, может быть, все выравнивать, и вот сюда полностью новые плиты. Вот сейчас тоже дети пришли, вот сели, говорит, мама, травка, я говорю, Милена, сейчас пошла, говорит, ты тут села, да, тут все мокро, вот посмотрите, все мокро. И пошла сразу мне сюда на тепик, да, тут уже он грязный, да, говорю, точно, потому что вода, не вода у нас, посмотрите, когда, и сразу идет дождик, и сразу все мокрое, все дрова, все мокрое, бочечка мокрая, все мокрое, говорю, это надо, чем быстрее, тем лучше, ну, на той неделе начнет уже потихоньку делать. Потому что то работаем, то эти праздники, то дожди. Как только отдыхаешь, обязательно идут дожди. Ну, пройдусь я там для новых подписчиков. Тоже спрашивали, ну, уже показывала. Ну, видать, может быть, некогда просматривать видео. Все яблочки у нас пошли. А, за мной соседи тут наблюдают. А, вот это вот я хотела красить тоже. Это у нас тоже вот муж сейчас отсоединил, да? Тут у меня я пальму сажаю или такой вьюн, да? Посмотрите, у меня там у меня есть вьюн этот специальный. И, а вот эта вот штука у нас подсоединяется туда, да? И вон та вот бочка, там у нас тоже вода. Все у нас тут подсоединенное. Так, наверное, листик я уберу. То он у меня тут глаза натирает уже. Вот я говорю, чуть-чуть, вот сегодня у нас вот как первый день тепло, да, ну вообще температура уже как теплая, ну вот сырость, и еще не все просохло. Ну я травкой не нарадуюсь. Все, посмотрите, как она у нас выросла. Смотрите, какая красота. Как выросла, она же наблестит. Виноград тоже у нас уже все, пошли вот эти вот почки, уже рассказывала, да? Вот они красненькие, тут у нас виноград разный, 4 вида у нас винограда, очень вкусные. Посмотрите, мое видео там есть. Потом, что еще? Ну вот, девчата, дети, когда приходят, ну стол маленький. Мужу говорю, стол маленький, дети вот пришли, да, мы сели, эти тазы, эти салаты, и поднос этого, тоже эти шашлык мы и ребра жарили, и... Маленький стол. И говорю, давай стол купим. Ну, посмотрим. Потому что нам столик... Ну, как? Надо побольше стол. У нас был... у нас с другой дачи стол. Ну, мы людям просто там подавали. У нас и мебель там была, и кухня была. Вот мы все там как бы... Ну, как оставили им. Продали, когда продавали. Ну, и вот тут вот дрова. Дровник у нас. Вот он здесь. Уже открыла, проветривается. Сейчас все сложу на место. Вот это вот. Ну, тут уже соседская. Все вот это вот. Тут у меня все проветривается. Надо уже закрыть. Так вот позакрываем. Все. Тут у нас дрова тоже лежат. Тоже хорошее место. Рассада у меня уже хорошая, огуречки, помидорки скоро буду сажать. Ну, не скоро, еще рановато, но уже не терпится все равно. Ой, смотрите, какая прелесть, даже, я говорю, домой неохота идти, сейчас домой надо. Ой, пока одно, пока второе тоже делать.
Может, кто зайдет, тоже надо что-то приготовить. Вот такая красотуля. Уже рассказывала, да, у меня спрашивали про компост. И еще писали, спрашивали, он у меня, девчата, с той стороны, чтоб не было вони. У меня тут как бы чисто, да, а там компост. Там, если видите, еще у нас вон бочка, вода дождевая. И тут у нас тележки. Тут у меня все аккуратно. Тут у меня в рядок все вот эти вот, где я цветочки сажаю. Все у меня сейчас, я там подмела все. Но все равно пока, видите, вот сейчас с дерева падает. Сейчас они еще недельки две, и вот... Когда я перед тем, как чтоб листики вышли, вот всегда вот такая вот падает вот, от деревьев. Вот это вот и вон та. Потому что мы нет-нет, крышу выметаем, и вот она сюда падает. А потом уже все уходит, когда уже листики вырастают побольше. Ну, как уже, как вылупляются. И потом уже все чистенько. Так что, ну вот, я вам сказала свой проект. Показала, рассказала. Не выходила, на видео не было продач. Уже вам вчера, по-моему, я говорила. Потому что дожди. Вот как с той недели вот начнем. И потом будем с вами здесь находиться. Ну, буду с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Ждите новых влогов.